магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре автомобильный набор инструментов от компании «Мастер Тул». Артикул товара 78-5108. Набор на 108 предметов. Данный набор применяется для личного использования, то есть для ремонта, обслуживания автомобиля в вашем гараже. Не применяется на СТУ. Поставляется инструмент в пластиковом кейсе черного цвета. Сверху идет такая вот информационная накладка. Что указывает производитель? Это CRV хромованадевая сталь. Два рабочих квадрата, 1/4 и 1/2 дюйма. 108 предметов. Комплектация инструмента указывается. Также есть награды, которые получила компания Master Tool. Это у нас высшая проба, кращий продукт року, суспільне визнання и эталон якости. Производится инструмент Шанхай КНР. Сама фирма находится в городе Харьков. А инструмент производится на заводе в Китае. Внутри инструкция по эксплуатации инструмента. И комплектация также указывается. Ну, комплектация здесь стандартная, как для 108 предметов. Но все равно мы пройдемся и покажем каждую единицу инструмента. Трещотки. Трещотки на 72 зуба, мелкий шаг. Реверс, переключение право-влево. Трещотки разборные. То есть внутри можно механизм обслужить и смазать. Рукоятки комбинированные, пластик и, можно сказать, прорезиненный пластик, это черные вставки. Логотип Master Tool и также логотип Master Tool на металле с указанием хромованадевая сталь. Инструмент изготавливается из хромованадевой стали. Длина трещотки под 1/2 дюйма у нас 255 мм и маленькая трещотка длиной 150 мм. Два Т-образных воротка. Маленькие 1/4 дюйма и большой 1/2. Маленький 11 см, небольшой идет 250 мм. И большой вороток также служит у нас как удлинитель 250 мм. А переходник вы можете использовать для перехода с 3/8 на 1/2. Два кардана для труднодоступных мест под маленькую и большую трещотку. Две свечные головки 16 и 21 мм внутри резиновой вставки, для того, чтобы свеча не выпадала. И удлинитель еще один под 1/2, 125 мм. То есть под большую трещотку два удлинителя 250 и 125. Под маленькую трещотку также два удлинителя. Это 75 и 50 мм. Так, и набор головок. Под 1/2 дюйма у нас короткие шестигранные головки, 17 штук. Размер самый маленький у нас на 10. И самая большая головка 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 182 грамма. Маленькие головки под 1/4 дюйма 13 головок. 4 мм самая маленькая. И самая большая головка на 14 мм. Это под 1/4. И головки торкс. Общее количество 13 головок. Самая маленькая у нас Е4. И самая большая у нас Е24, еще называют звезда. Весь инструмент имеет матовое защитное покрытие. Головки длинные 13 штук. Самая маленькая у нас на 6 мм и самая большая 22. Биты. Под маленькую трещотку, под 1/4 дюйма, биты идут уже с переходником. Общее количество их здесь 18 штук.
Все они промаркированы на пластике по размерам. Торксы шестигранные, шлицевые и крестовые. Под большую трещотку есть переходник 1/2 дюйма. Вставляете нужную биту и вставляете в трещотку. Общее количество их 17 штук. С комплектацией разобрались. Гарантия. Гарантия на инструмент составляет 1 год. Еще раз повторюсь, хромованадевая сталь. И покрытие идет на инструменте матового цвета. Кейс пластиковый, черного цвета. Пластиковая зависа соединяет две крышки, но внутри есть металлические вставки. Защелки металлические, или можно даже сказать комбинированные, съемные. Видите, вот эта часть идет пластиковая, а сама защелка идет металлическая. Теперь габариты кейса. Вес набора составляет 7 кг. Ширина 38 кейс, длина 27 и высота кейса 8 см. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и за подписку у нас действует скидка дополнительная при заказе. Спасибо. До свидания.